Определите импульс пули, масса 9 грамм, движущийся со скоростью 800 метров в секунду. Масса пули равна 9 грамм, она движется со скоростью 800 метров в секунду. Нужно определить ее импульс, обозначим его как M. По закону сохранения импульсов, сумма импульсов до взаимодействия должна, сумма не изменяется, если дело происходит за счет внутренней энергии, и равна сумме импульсов после взаимодействия. И значение m умножить на v определено как масса произведения на скорость, это будет импульс тела. В данном случае у нас есть скорость, у нас есть масса, и тело движется с такой скоростью. Посчитаем, какое же будет вот это произведение m умножить на v. В данном случае здесь будет векторная величина, потому что импульс тоже векторная величина. Поскольку нам нужно просто посчитать значение, вектор, возьмем его абсолютную величину, и поэтому m будет равно m умножить на v. Подставим эти значения и посмотрим, какое будет значение вот этого произведения. Итак, получается 9 грамм умножим на 800 метров за секунду. Но граммы – это такая вспомогательная величина в системе Си, поэтому нужно превратить это в килограмм. Все равно 9. 1 грамм можно записать как килограмм, что делится на 1000. В килограмме 1000 грамм. Записываем килограмм, что делится на 1000 и множится на 800 метров за секунду. Напишем это так, чтобы оно было более наглядно. Здесь будет 9 килограмм, что множится на 800 метров, а секунды пойдут вниз, знаменатель. В знаменателе остается только 1000. Что тут можно сократить? Ну, только 2 нуля этих сократим, и все. У нас получается 9 на 8 килограмм на метр, то есть получается 72 килограмма, что множится на метр, и просто делится на 10 секунд. Мы получим 7,2 килограмма на метр, что делится на секунду. Произведение массы на его скорость дает такой импульс, который m равно 7,2 килограмма на метр и делится на секунду. Обратите внимание, что размерность только в одном небольшом отличии отличается от Ньютона. Ньютон там равен килограмм на метр и на секунды в квадрате. Видите, вот тут секунды в первой степени, есть секунды в квадрате. Поэтому импульс определяется именно вот таким значением. Килограмм на метр на секунду. А сила Ньютона – килограмм на метр на секунду в квадрате. Поэтому я всегда очень рекомендую решать вот эти все задачи и придерживаться вот этих всех размерностей для того, чтобы получить правильный результат. Потому что иногда, не учитывая какие-то данные, где-то что-то потеряли, мы получили совершенно другое значение. Может быть, оно и будет по числу такое же, но с точки зрения доказательства его размерности, видите, какая очень небольшая разница. Поэтому надо будет заниматься вот этими всеми сокращениями и переводами очень скрупулезно, для того, чтобы ничего не потерять.